Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня покажу вам свою новую работу. Это вот такие вот набор продуктов. Здесь вот и сладкое, и бутерброд, и пельменчики, кукурузка. Вот весь этот набор уедет к маленькой девочке. И сейчас рассмотрим, что у нас есть. Вот начнем с рыбки. Рыбка здесь разбирается. Достаем, можно достать вот сам скелетик рыбки. Филешки на магнитиках, они примагничиваются друг к дружке. Стейк такой вот рыбки. Окорочок. В этом отделении у нас кусочек хлеба. Кусочек сыра. Есть яичко и вот яичница. Колбаска. Помидорка и салатный листик. Вот такой вот бутерброд. Две сосиски. В этом отделении у нас пирожки, пельмени и вареники. 5 пельменей и 5 вареничков. Здесь кукурузка, качанчик. Картошка фри. Арбузик. И на десерт сладкое. На сладкое у нас вот есть стаканчик йогурта. Крышечка вот так открывается, и там йогурт. Рожок мороженое с клубничкой. Три пироженки. Маленькие. И большое пирожное вот такое. Оно разбирается. Можно вот зефирку убрать. Этот самый ананасик, кусочек ананаса, апельсинчик, яблочко. Все на липучке. И можно в другом положении их крепить. И киви. И само пироженка. И еще клубничка есть. Вот такая зефирка. Ну вот мы и рассмотрели все продукты. Вот такой вот наборчик у меня получился. Спасибо всем за внимание. До свидания, до новых встреч!